Поздравить с Днем знаний учащихся и учителей приехал глава региона Вениамин Кондратьев. Губернатор обратился к тем, кто только начинает свой путь к знаниям, и к тем, кто стоит на пороге выбора профессии. 1 сентября – особый праздник. Многие десятки поколений, начиная с советских времен и заканчивая сегодняшним днем, встречали по-особому этот первый день осени. Друзья, уверен, что годы, которые вы в этой школе проведете, для вас будут на самом деле самыми радостными, и помните, вы их будете всю жизнь. Сегодня вас собирали дома родители и провожали родителей, не только родители, и братики, и сестры, и дяди, и тети, просто соседи. Знаете, в этом принцип, наверное, нашей Кубани, в этом единении, в том, что все вместе, что плечом к плечу, что друг за друга. Вот этот дух, который сегодня мы сохраняем, наше основное богатство кубанской жизни, наверное, это самое дорогое, что мы сегодня должны ценить. Мы вместе. И не дай бог никогда нам быть порознь. После торжественной линейки губернатор осмотрел школу, побывал на первом уроке и пообщался с учениками.